Отмщение заняло целую вечность. Эпоху за эпохой писцы вырезали имя его на скрижалях ада. И каждая битва вселяла ужас в сердца демонов. Они знали, что он придет, как приходил прежде и всегда будет. И станет пировать на крови нечестивых, ибо он мог черпать силу из павших врагов, и росла его мощь. И не знал он усталости и покоя.
Никто не мог устоять перед Ордой, лишь палач Рока. Ужас перед ним распространялся подобно чуме. Он вселял отчаяние в противников света, загоняя их все глубже в их темные норы. Но восстал из глубин бездны великий воитель, который был сильнее всех, что являлись прежде. То был Титан, неизмеримой силы и ярости. Он прошел по опустелой равнине и встретился с палачом Рока. И началась яростная битва. Титан вобрал в себя гнев бесчисленных жертв палача Рока. Но и он пал. И после его поражения темная Орда обратилась в бегство.